Атаку, всем привет! Вспомнил еще одну историю, тоже в городе Горьком, ныне Нижний Новгород. Я почему в машине? Потому что, когда снимаешь на улицу, на тебя все смотрят, потому что я эмоционально рассказываю. Они думают, что я придурок. Хотя так думает мой врач-психиатр. Это меня понесло. Я шучу, конечно. Я не буду утверждать, что так оно есть на самом деле, но тогда, когда мы были на практике, именно случилась такая вещь. Мы работали там. Молодые пацаны, практиканты, поскольку нам по 18 лет было. Работаем на практике, и вдруг нам захотелось вареника. Надоело там в столовках питаться, все такое. Решили сами сделать вареники. С чем? В общем, много разных вариантов предлагалось. Наконец, кто-то предложил самый невероятный вариант. Вареники с вот этой ягодой. Дело в том, что эту ягоду у нас вот в Украине называют не иначе, как клубника. Я спрашивал у многих людей даже в России есть тоже такое название, но не в городе Горьком. Я не хочу обидеть горьковчан, то есть нижненовгородцев, но так случилось. Когда мы пошли на мясной рынок и увидели клубнику, и продавала такая немолодая женщина. Может быть, это просто эта бабулька. Вот лично только она. Может быть, все другие жители этого города ее тоже называют клубникой. Но именно эта бабулька. Вот так случилось. Мы подходим. Лежит эта ягода. Она только ее продает. И у нее вот такая гора этой ягоды. Мы подходим пацанами такими, говорим: бабуля, а почем клубника? Бабулька на нас только: какая клубника? То есть мы не поняли. Говорю: а ты что продаешь? У нее нету ничего, кроме нее. И она: а что еще за клубника? Ёпски мой, мы не понимаем. Я говорю: бабуля, тебе нужно продать клубнику, или ты мозг выносишь нам? Она говорит: я не продаю никакую клубнику. Я говорю: а это что? Показываем. Она говорит: это Виктория. Мы: что? Какая Виктория? Это не говорит о том, что мы дебилы или они дебилы. В каждой стране есть свои слова, которые говорят, она называет одну и ту же вещь. Я, например, слышал так же, как эту ягоду называют не клубника и не Виктория, земляник. То есть везде говорят по-разному. В общем, мы поняли. Здесь эту ягоду называют Виктория. Хорошо. Другая география, как бы. Все такое. Пошли за клубникой, а купили Викторию. Притащили ее домой. Мы задались другим вопросом. А на чем их замешивать, эту муку? На воде или на молоке? Мы как-то вот помним наши мамы и бабушки. Что-то там на молоке замешивают, а что-то и на воде. Так вот, вареники на чем? И решили просто спросить у людей. Пошли на работу. А на работе у нас был отдельный кабинет, где сидит некая мастер смены. Такая женщина. Ну, как знаете, говорится, есть женщина в русских селениях. Ну, вот такая. Вот такая, с вот такими вот этими, и вот такая вся в объеме. Вот она заплывает так в самом начале работы туда, в свой кабинет, вот так вот протискивается сквозь дверной проем, залазит вот там за свой стол, вот так вот, как лизун сейчас. И знаете, вот его положить, он постепенно стекает туда под стол, ноги у нее так... Она спустилась, и вот там она села, прижатая вот тут столом, и она раздает какие-то разнарядки, наряды, у нее все там, крылья, бамперы, подвеска, облицовка, капот. Мы к ней подходим и говорим, не помню, как ее зовут, ну, сколько бамперов в тот вагон грузить? Она говорит: 100 штук, вот туда подвеска к 200, знаешь, такое все. Вот она вся в этих цифрах и в этих терминах. И тут мы, 5 человек где-то у нас там работало на этом участке. Заходим, мы говорим: Авдотья Тулуповна,
А на чем муку замешивают для вареников? На воде или на молоке? И, то есть, поймите, тут такую вещь. Она такая... То есть, за всю свою смену она много чего слышит. Про бамперы, про подвески, про облицовку и капот. Она от нас, ну, ожидала услышать что-то в этом плане. Потому что то, что мы ей сказали, ну, ее выбило просто из колеи. А на чем вареники замешивают? На воде или на молоке? И она, замешкавшись, такая говорит, что? Какие вареники? Ну, она потерялась, но не ожидала такой вопрос. И тут кто-то из наших пацанов, ну, на фоне Виктории и клубники, говорит, блин, они не знают слова вареники. Авдотья Тулуповна такая встает вот так, поднимая этот стол со своими талмутами, говорит, кто не знает, что такое вареники? Ваша падла, охренели. Сопляжуи долбаные, я вареники каждый день делаю. Вы пошли вон отсюда. Думали, гнев будет адов. Как это Авдотью Тулуповну так обидеть? Она не знает, что такое вареники. Ну, у нас просто возникло такое... Она замешкалась. И мы подумали, что так же, как с клубникой, она замешкалась, услышав слово «вареники». На этом, на этой торжественной ноте, и я так и кончил.